Всем привет, привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал. Настал тот день, мы будем отмечать день рождения. Всем привет! День рождения нашей дочки. Как красиво, я обалдела. Подхожу, Ур машину украсила, сейчас покажу. Смотрите, какая красота. Обалдеть вообще. Привез шарики, тортик привез. И украшать сейчас будем кафешку. Кафе мы здесь отмечать будем, сейчас пойдем, ой, как классно. Так, а тут девочки уже украшают. Анимация, красота. Смотрите, как красиво. Все такое нежное. Классно. Оля у нас на всех праздниках всегда нам помогает, все делает, украшает. Спасибо большое. Алена здесь, наш семейный фотограф. Тоже так. Оформляем наше место. Кафе я тоже несколько раз показывала. Berry Garden называется. Очень уютно. Это полностью наша зона будет. Здесь сейчас столы еще разделят. Будет для детей отдельно, для взрослых отдельно. К нам сегодня в гости приехали из России прям к нам на день рождения. Наталья, Влад, Настя. Вот такие вот шарики. Ален, что там тебе помочь? Алена у нас еще не только фотограф, она у нас еще занимается оформлением наших столов, а Таня ходит, видео снимает. Не, ну я уж тут привязала тоже несколько. Вот. Какая красивая. Ты красивая, да? Какое платье красивое. Такие кроссовочки у нее красивые, все светятся. Да? На. Красота, да? А ну почему-то нет по геолокации его. Ай, ты какая красотка. Давайте подарки уже несу. Спасибо. Ур, давай ее пофоткают, пока, пока она еще не плачет. Можно. Милик, 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 милик. Нет, не бойся, боится. Кызы. Давай ее в шарики туда. Милик, милик. Сейчас я. Милик. Ай, как красиво. Милик. Настя. А где Керем-то? Танцуй! Okay. Все, пошла. Фотосессия проходит у нас. Ур, давай теперь только детей. Мальчиков только. Ур не хочет уходить от них. Иди ко мне, моя дотя. Иди ко мне, моя шляпка. Демир, идите с папой сфоткайтесь. Какой она красивый аниматор. Да. У нас уже дети кушают. Взрослые там тоже сидят, сейчас накрываются на стол. Вкусно, правда? Приятного аппетита. Давайте, раз, два, три. Вау, давайте еще раз.
черненькая и беленькая. Айли. Настя. Ку-ку. Айли. Ку-ку. Настя. Ножище. Среза! Что там внутри? Торт внутри. Внутри торт. Она хочет уже поесть его. Ням-ням не стану. Ням-ням. Ням-ням. Да, кисели. Можно, подожди, пока не ешь. Демир. Нет, вот эти. О, тамам. Тамам, кизем. Тамам. Тамам, ади. Ади, дай его на автобану. Анне, иди сюда. Ур купил такой подарок. Kızımı ben aldım. Ne almış kızına babası? Ya, değil mi? Hoşuna gitti değil mi? Hoşuna gitti değil mi aşkım? Хотел сказать первое золото, но не первое. Ой, какая красота. Переверни. А там еще дата написана. Милек. Ням-ням, можно. Так, и еще у нас теперь с шариками. Шоу. Такое вот. Ой, как девочка делает. Крем, отходи. А мы сейчас возьмем девочку, чтобы она не лопала. Красиво. Крем, иди, будешь? Девочка, мы Настя, мы с Настей. Настя. Настя! А мы уже дома. Это не подарок, это папин подарок. Будем открывать подарки? Кирилл, давай Настя. Давайте маленький сначала. Вот это маленький. Вот, давайте. Вот это. Это для Насти. Демир, вот подарок. Давай сюда. Это мама. Покажем. Подожди, с этой стороны открывается. Да, подождите. Ой, блин, какие классные. Майк, а давай покажем. Да, красиво, да? Смотри, какие классные. Сколько лет? Это если что, поменять можно будет. Но это ей на осень как раз будет. Давайте вот это. О, я не знаю. Аккуратно. Одеждочка. Тише, Кирилл.
Ой, что тут такое всего много. Блин, смотри, как классно. Это внизу такой... Керем, да подожди ты. Это внизу так вот застегивается, а здесь на лето как раз. Здесь вот такой вот этим. О, да. Как сарафанчик, типа, да. Да, давай так вот. Да почему Керем сушок? Это книжки нам Наталья подарила. Вот это вот это большая Настя? Книжка русских сказок. Бабушка будет читать. Книжки. Давай. 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 Это уберем. Ой. И костюмчик, шортики с футболкой. Какая красота. Спасибо большое. Это что шортики такие? Всем спасибо. А там он маленький еще рядом, давайте. Это вот бабушка подарила сегодня такого зайца классного. Смотри, как он ушками. Ой, он так еще скачет, смотри. Да, он как-то такой весь это. Давай, открываем. Что-то тяжелое, я знаю, что это. Я знаю, да? Как мама читает, это наша! Это не ваш, это Настя бассейн такой огромный. Это Катя Максум, спасибо большое. Огромный бассейн. Не знаю, как мы его, правда, надувать будем. Ну и давайте большую игрушку, давай ее сюда. Это столик игровой, да? Да. О, какой большой. Что такое большой? Какой большой. Давай вот с этой стороны откроем его. Керем, давай. Подожди, подожди, здесь скотч. Керем, подожди, ты не откроешь так. Керем откроет все просто. Я открыл. Офигенный ты. Все. Не надо рвать, Керем. Да, оторвешь уже. Вот тут скотч, этот кусочек надо снять просто. Ну, в общем, мы еле-еле собрали вот это вот. Вот это вот, вот это вот большое такое. Настя, смотри. Опа. Пин-пин-пин-пин. Нет, это не туда, надо по картинке посмотреть, куда это. А, вот они сюда раз и падают. Смотри, и Настя. Вот, 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 опа. Вот эти я наклеила уже, есть там они. Ну вот что, это... еще раз с днем рождения, Настя. Днем рождения, Вильям Кизыма. Пока-пока, скажи всем. Бай-бай. Настя, пока-пока, скажи, она уже все. Она занята. Вот сюда надо, вот сюда умная моя девочка уже все засовывает как надо, да? Давай, что? Сюда. Ай, ты умничка моя. Нет, Кирилл, надо по картинке посмотреть. Опа! Вот так, умничка. Изумно.